you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Самп на серии Premier Game. Это Самп с русской картой. И сегодня я хочу показать вам прикольную штучечку, может это будет будущее обновление. Я нашел, короче, новый элитный поселок, район, не знаю, может кто-то про это знал, вон, за забором. Возможно, кто-то и знал об этом, но я хз, на самом деле. Тут как бы стоит машина, я не знаю, как она туда попала, но она здесь стоит, как бы вы это сами прекрасно видите. Давайте я выключу полностью интерфейс. Вот, ЗП-шка пришла. Спасибо. Спасибо, ЗП-шечка пришла. Так. И вот так вот вы можете залезть с помощью своей машины. Главное, чтобы вас потом... Опа. Что, она открыта? Серьезно? Не гонит, да? И, конечно же, ключа у меня нет. Давайте фары выключим, пусть акум не садит. Ну, я шучу, конечно. Так, пусть она здесь остается. Кстати, я этот Lexus не видел на сервере. Напишите, это походу донатная тачка или что? Реально, я такой Lexus на сервере не видел. Хотя он пиздатый на самом-то деле. Вот, это новый поселок такой. Новенький поселочек, короче, да. Прям новый, прям новейший поселок. И не знаю, видели вы его или нет, как бы я здесь играю недавно, сколько, четвертый день играю, поэтому не судите строго, возможно вы знали, возможно нет, просто посмотрите видос, поставьте лайк и все у вас будет хорошо. Давайте рассмотрим подробно, но это в принципе такие обычные домики, видите, недостроенный район, район, деревня, не знаю, что это будет, как бы не полностью достроен, но, блядь, какой же пиздатый дом, реально, какой же он крутой. Какой же он прикольный. Вот два отделения для парковки будет. Это, если будет еще круто, если гаражи будут так открываться, вот так. Ну, как и гаражи обычные, только здесь будут гаражи тоже. Это будет, на самом деле, тоже круто. Я думаю. Как бы здесь ничего обычного нету, как бы. Ну да, видно, что сыровато, но видно, что здесь по-любому что-то будет. И как бы забор здесь, конечно, не просто так стоит, я думаю. Но его уберут, наверное. Вон там, где я залазил, я думаю, вот там уберут. Здесь его убирать не будут, а вот там уберут по-любому, наверное. И сделаю здесь деревню. Возможно, это будет в будущем обновлении. Возможно, нет. Возможно, здесь ничего не будет функционировать, но... Хотя, ну, зачем тогда ставить маппинг какой-нибудь функционировать? Как бы, ну, это глупо. Поэтому будет, думаю, все работать, и все будет круто. Вот этот дом, кстати, мне нравится вообще. Вот этот дом, кстати, прикольный. Согласитесь, дом прикольненький вот этот прям. Я бы себе такой купил. Да тут много домов таких прикольных, каких, по-моему, даже нету вон там вот. Но я точно вам сказать не могу. Здесь вообще можно два дома сделать, тоже будет круто. Вот такой вот домик. Ну видите, как бы недоработано, вот. Чё, вот именно что я вам хотел показать, это вот. Это просто смотрите. Это жесть. Прикиньте, реально будет такая площадь у вас парковки. У вас может парковаться, наверное, весь сервер. Конечно, это, возможно, доработано, но... Возможно, здесь пару будет домов стоять, вот таких больших. Но прикиньте, если у вас реально будет такая парковка большая. Это будет реально полная жопа. Не, ну вам-то места хватит. Это, в принципе, с головой вам, думаю, тут места хватит. И как бы он здесь не один. Вот один дом, вот второй, и там еще, по-моему, третий. Как бы места до хрена. Вон въезд там находится. Как бы все четко. Перелазим забор. И идем дальше. Такая дорожка, в принципе. Оп. А где тут въезд? А въезд тут вон. Вон въезд, кстати. Довольно-таки недалеко, прям напротив дома. Не знаю, возможно, здесь заасфальтируют вот эту всю зону, как бы, я не знаю. Но, блин. Именно реально, вот, прям парковка будет для вас прям самое то. Большая. Сможете ставить машины где хотите просто. Не знаю, может здесь бассейн, бассейны поставят. Какой-то маппинг крутой. Тоже будет прикольно, кстати. Давайте дальше. Сначала эти большие, потом посмотрим вон там, что находится. Как бы, конечно, по карте. На карте, кстати, не отображается. Можете на мини-карту посмотреть. Не отображается вообще никак. Поэтому я случайно наткнулся на это сегодня днем.
и решил для вас показать. Не знаю, знали вы это, не знали, неважно. Я об этом не знал, решил поделиться с вами. Как бы, думаю, вам тоже посмотреть будет интересно. Поэтому как-то так. Вот еще очередной дом, но это, по-моему... Не, хотя это тоже такой большой. Давайте теперь выйдем сюда, потому что... А, не, вон еще один дом. Оказывается, их 4. Это третий, вон четвертый. И вон, смотри, какая-то хренотень большая. Ну, тарелка, я понимаю, что это за хрень. Помните, как в Сан-Андреас была? А, ну да, это она, по-моему, есть. Это прикольно, кстати. А ну, что там есть? Там что-то еще есть, интересно. Мы сможем как-то на ту гору залезть? Мне реально интересно. Я бы хотел на ту тарелку посмотреть. Вдруг там что-то есть интересное. Кстати, вот эта тюрьма, Алькатрас. Не знаю, что это за тюрьма. Ну, короче, думаю, вы поняли, о чем я говорю. Где-то, по-моему, поменьше будет. Или нет? Я не знаю. Не, мы тут, наверное, никак не вылезем. Дальше бы, если бы захотели, да. Я бы сами хотел бы туда на тарелку залезть. Посмотреть, что там находится. Но нам это... Хотя, нихера, да? Стоп, я не понимаю, этот склон. Не, нихера, да, не получится у нас. Я так понимаю, да? Не, ну мы туда не... Хотя, блин. Как была надежда близко. Эх. Я так хочу туда залезть, блин, реально. Я хочу туда залезть. Я хочу... Чтобы на тачке подъехать как-то, блин. Возможно бы что-то бы и вышло. Так. Давайте попробуем. Блин, как я... А как я прыгал вообще? Так вот как-то. Чем теперь вообще не подпрыгивает? Ладно, давайте вернемся обратно и покажу, что еще мы пропустили, и вам покажу. Не, ну судя по как бы зданиям, по объектам, то это будет элитный район. Вот именно элитный, по-любому. 100%. Этот мужик вам не соврет, наверное. Да. Фух, он, наверное, уже задолбался бежать, как бы. А я задолбался уже. Блин, я хотел так на ту тарелку залезть, но, к сожалению, у меня это не получилось. Может, как-то там может залезть? Было бы, на самом деле, прикольно. Я бы на Иксе бы по горам поскакал бы нахер. Было бы тоже нормально, я думаю. Так, давайте уже добежим. Вот здесь у нас будет, по идее, магазин какой-то, да? Да, какой-то магазин будет. Вот такая парковка. Ну, блин, и я думаю, если задействовать этот район, будет довольно-таки классно. Это будет продолжение, наверное, березок, либо новые березки, не знаю. Блин, а мак, кстати, прикольный. Столики стоят, домики. Мусорник. Там есть что-то похавать. Есть что-то похавать, ёпта. Шутки-минутки. Давайте, наверное, обратно вернемся. В принципе, мы уже посмотрели все, что можно. Вот эти домики прикольные, 3D-шные. Вообще кайф. Просто кайф. Вот этот дом прям элитный. Вообще кайф тоже. А тут все дома прикольные, блин. Ну, думаю, когда я доделаю этот район, эту деревню, не знаю, как ее называть, короче, то, думаю, здесь будет довольно-таки круто. Как бы, видите, разрабы не стоят на месте, как бы, не зря она здесь стоит. Не просто так, по-любому. Пишите свои предположения, кстати, в комментариях, что это будет. Район, либо продолжение березок. Хотя, я думаю, это будет продолжение березок, потому что березки, как бы, очень рядом. Хотя, возможно, это будет новый поселок, новый район. Ну, посмотрим. Думаю, со временем мы узнаем, что же здесь будет. И покатаемся здесь, купим дома. Ну, вы купите, потому что у меня денег нету. Поэтому, как-то так. Ну и, в принципе, сюда так вылазить и можно, как бы, спокойно. Наверное, да? Не, стоп, мы так не вылезем. Я сегодня пытался так вылезти. Не, меня не обманешь. Блин, кстати, Lexus вообще четкий. Блин, аж захотелось себе такой пить. Но его нету, по-моему, в автосалоне. Да. Вот таким движением мы сюда вылазим. Хоп. И все. Ну, думаю, вам показал, объяснил. В принципе, можете тоже приезжать, запрыгнуть. Этот Lexus здесь стоит, я так понял, всегда. Наверное, специально там стоит, я не знаю. Кто его там мог поставить, наверное, администратор какой-то или... Не знаю, хз, короче.
На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.